Я знаю, что сейчас очень многие ребята стремятся построить свою успешную карьеру, и без высшего образования, на самом деле, как я знаю, нельзя этого добиться в полной мере, что я на себе очень сильно ощутил. И я считаю, что магистратура – это важный путь для всех молодых людей, молодых девушек, для того, чтобы именно совершенствоваться, развиваться и расти в своем направлении, в котором бы они захотели. Помимо этого, магистратура очень много дает тебе как профессиональных качеств, так и личностных. Поскольку тебя окружает очень много талантливых, умелых людей, это как и твои одногруппники, и твои преподаватели, и остальные люди с факультета, которые очень сильно на тебя влияют как личностно, так и в целом. И поэтому я считаю, что магистратура очень добавляет то, что было на бакалавре, то есть это знакомство, это актив, это новый город для кого-то, новые впечатления, новые эмоции, новые люди, новые возможности, новые открытия для вас, как для научных исследователей, так и, возможно, для открытия твоих своих талантов или талантов других людей. Это и танцы, это и музыка, это искусство, культура, творчество, что всегда раскрывается именно в рамках нашего факультета, нашего вуза. Если вы творческая личность, вы хотите развиваться в своем ремесле, в своем искусстве, чего-либо, то рамки вуза всегда открывают для вас новые возможности. Это и профбюро, которым вы можете себя проявить в любых направлениях. Это и вокал, и спорт, и что-либо вам угодно. Вы можете открывать новое для себя, новое для других, быть для кого-то примером. Как я, например, работаю куратором для своих первочков, которых мы вводим в свою активную деятельность на факультете. И это всегда радует, когда ты видишь новые лица, заряженные лица, новые эмоции. Ты этим заряжаешься, ты этому радуешься, и это всегда приносит тебе максимально много удовольствия, чтобы двигаться вперед, развиваться в своем деле, добиваться новых целей не только одному, но и своей команде, своей группой поддержки, скажем так. И это всегда приносит невероятный кайф. И особенно, когда вы студенты, вы очень молодые, и у вас всегда есть путь для того, чтобы развивать себя, свои способности и идти вперед. Я считаю, что каждому из вас нужно идти именно на магистратуру, на любой факультет, неважно, даже в нашем вузе или в другом. Это всегда новый путь, новые открытия, новые возможности. Я считаю, что любой из вас способен добиваться своих целей и мечт, чтобы радовать себя и своих близких. Пройдя путь бакалавра, я всегда знал, что буду поступать на магистратуру, поскольку это добавляет тебе новых эмоций, новых знакомств, новых впечатлений, а также твоих профессиональных качеств. А поскольку я решил поступать и продолжать учиться на своем родном факультете социально-политических наук, то меня всегда будут окружать мои родные преподаватели, мои бывшие одногруппники, которые также поступили на магистратуру, а также те новые ребята, которые пошли со мной в одну группу. И это всегда было радостно для меня, поскольку я знал, что буду окружен большими профессионалами, классными работодателями, которые могут давать тебе профессию, давать тебе опыт, давать тебе новые знания и эмоции. Я точно знаю, что я буду достигать своих целей, двигаться вперед, идти к своей мечте и буду радовать не только себя, но и своих близких. Но я буду знать, что я буду очень полезным для нашего общества, для российского государства и буду большим профессионалом своего дела.